Мы начинаем награждение игроков, которые попали в символическую сборную континентальной футбольной лиги в четвертый игровой день. И начинаем мы с поста номер один, голкипера Лестера Инвест Вячеслава Кирюшина. Вячеслав, ну расскажите про вчерашний день. Вчера было две игры у вас. Здравствуйте. Вчера было две игры. Эмоции переполняют в плане того, что как бы игры очень тяжелые. Уровень высокий. Будем говорить, что пишем новую историю для сибирского футбола. Планируем дойти до самого конца. Первая игра 1-16 финала против Райо Вальекано получилась очень сложной. Выиграли всего лишь 3-2 с Дусларом. Мне кажется, вам было даже легче, хотя была и вторая игра подряд. Ну, бывает так, что первую игру какие-то эмоции дали. А во вторую игру уже будем говорить, что какие-то резервы у ребят открылись. То есть каждый отработал на 200%. То есть как бы благодарен всем, что друг друга страховали. То есть за счет этого и получился такой результат. Скажите, пожалуйста, остались ли силы? Сегодня теоретически у вас может быть 3 игры. И вот сейчас 1-4 финала. Есть ли силы? Силы есть всегда. То есть остался последних 3 шага, которые надо дойти и выиграть. И, как бы, и независимо, как это нам будет стоить, как бы команда очень сильная стали. Да, в принципе, турнир очень хороший, как бы уровень Европа. От любительской футбольной лиги, континентальной футбольной лиги, от нашего партнера 1xbet мы вас поздравляем в то, что вы в символическую сборную попали, и успехов. Спасибо. До свидания.